Всем привет! Сегодня предпоследний день наших сан-диеговских каникул. Вчера мы были в SeaWorld, провели целый день там, просто великолепно. Я как-нибудь потом расскажу про этот парк. Это стоит вообще тех денег, которые за них... Ну, я не знаю, сколько точно билет стоит, наверное, долларов... Ну, надо посмотреть на их сайте, я не буду сейчас врать. Напишу, наверное, здесь. Но там зависит от сезона еще. Ну, долларов от 40, я думаю, до 80 точно. В пределах этих там цена варьируется от сезона. Так вот, ну, мы пошли с друзьями. У нас были по 15 долларов билет, потому что мы как шли как гости. Вот. И у них membership. В общем, мы... Где Ева? Мы в таком восторге. А сегодня мы едем... кататься на кораблике. Ну, вообще такая большая лодка. Не знаю, покажу, как она выглядит. По фотографии, может быть, она совсем другая будет. В интернете вроде как такой небольшой корабль. И будем смотреть китов. Китов, дельфинов уже в природе, в воде. Не в SeaWorld, а именно как они в океане плавают. Живые. Да, живые, там живые. Ну все, мы поехали. Сейчас еще подружку заберем. Нашу и путь. Ю-ху! Ну вот, предпоследний день продолжается. Мы приехали вот там, где мы будем, где будет посадка у нас на кораблик наш. А, может быть, не совсем в этом месте. Нет, это правит. Это вот эти вот. Кстати, кто-то здесь живет, ночует, поскольку там есть и туалеты, и души для именно Марин. Для... Вот. Марина офис там, и я знаю, что некоторые живут на лодках, и даже по Airbnb сдаются эти лодки, некоторые. Может быть, в следующий раз мы не в трейлере, а снимем лодочку и будем на лодочке. Мы приехали заранее, практически за час. Сейчас мы пойдем вот туда и будем искать, где у нас эти гейт, ворота, где мы будем посадку совершать. Ева! А, кстати, давай покажем. Ева, дочь, ты что-то муравьишку поймал? Мы вчера вот это в SeaWorld, смотрите, какой классный. Ева просила игрушку какую-то, а мы в итоге решили, сошлись на кепке, и Ева нисколько не пожалела, правда? Да. Кепка в 100 раз лучше. Во-первых, здесь тоже написано SeaWorld. Покажи муравьишку. И этот хвостик этого покажи касатки. Муравьишку. Вот сзади сеточка проветриваемая такая. В общем, сегодня как раз она пригодится нам в путешествии по океану. Мы сегодня на кораблик. Да. Смотрите, как отличается Starbucks прибрежный от всех остальных. Здесь что только не продается. Видите, все с такой тематикой. Ой. Вот это прелесть вообще. Ну вот, мы сели, у нас такие боковые места. Я погромче говорю, чтобы музыка не у нас не забила. О, хорошо, как выключилось. Вот здесь вот у нас вид такой, я думаю, неплохой, да, Ева? Угу. Все видно хорошо будет. Вот такой корабль. Сейчас покажу его сбоку. Вот так он выглядит. Beside the boat, on the dock, you guys are more than welcome to do that. That includes cigarettes, e-cigarettes, and vaporizers. The galley is open right now if you guys are interested in starting your trip off with a nice cool... Ура! Мы поехали! Поплыли! Пока, пристань. Alrighty, guys, and away we go. We have Russia. Begun our 3-hour whale watching tour. Are you guys excited to find some whales and dolphins out there? Yeah! Alright, love that enthusiasm. Keep up that energy. First things first, we'd like to introduce you to your crew. Again, my name is Vanessa. I'm going to be your naturalist today. I do have my degree in marine biology. I've been doing a variety of projects and studies up and down the West Coast in Alaska and Mexico. So if you guys have any questions for me, feel free to ask. I'll be pointing out any of the wildlife we see for you guys today on the water. But if at any point throughout the trip you start to feel a little seasick, please let one of your crew members know. I'll be happy to help you guys out. We do have a couple of tips and tricks to help prevent that. The first
кстати, надо сказать, 3 часа этот тур длится. Целых 3 часа. Мы купили на Группоне по $27 4 билета. Ну, за каждого по 20. Ой, по 27 за на каждого. $109. За четверых, да, а так 48, 49, да, за одного. В общем, на Группоне выгодно брать билеты. On to the fun stuff, whales and dolphins. This time of year, we have chances of seeing a variety of wildlife today. We have chances of seeing both baby whales and toothed whales on the water today. У меня разряжается телефон, но надеюсь, мне его хватит заснять дельфинов. А может даже кита. Все, мы прибавили скорость, помчались. Там была зона, мы переехали 5 миль в час, и сейчас несемся со скоростью. Не знаю какой. Сколько узлов, но очень быстро стали ехать. Плыть, короче, идти по бухте. Мы плывем на корабле, а корабль идет. Да, странно? Таков русский язык. Где-то есть дельфины. Я не вижу. Там, говорит. Пойдем вперед. Вперед. Go. Держись вот там. Где они?